находясь в клинике Axioma Dental, прослушав курс, как-то осознавая то, что вот действительно именно теоретический курс, он, ну, настраивает на то, что, сталкиваясь вот впервые с этой системой Enlight, приходишь к выводу, что она достаточно простая, достаточно простая. Ну и это мое личное мнение, что она, ну, легко реализуема, потому что вот я хочу сказать, что имел опыт с другими системами работать. Это более проще, как говорится, в реализации. Так что, ну, как и практический курс, так и теоретический курс, и вот мне понравилось, мое личное мнение. Что для вас наиболее полезным оказался, как вам кажется? Если честно сказать, для меня полезно все, все эти нюансы, которые вот здесь разбирали. А вы идете на какой-то следующий курс? Да, на следующий курс по синус-лифтингу идут, это по восполнению кости, утраты. Так что, я думаю, будет какой-то прогресс. Все, спасибо.